Я, короче, к ней подкатываю, говорю, типа, ну, вздыхаю так, говорю, мадам, зачем вы замужем? Она такая не въезжает, жена, и говорит, за футболистом. Давай, наливай, давай, давай, наливай, наливай, давай. Блин, надоели, устроили здесь вертеп. Маська, не в духе. Ох уж эти женские циклы. Эй, ты, рюкзак с ушами, иди сюда на секунду, разговор есть важный. Маленький еще. Начинается. Мойте мозги порошком. Ну что еще, что стряслось, господи? Тебя уже колбасит. Идиот! Да, хорошее начало хорошей беседы. Идиот! У меня не начинается! Чего не начинается? Ничего не начинается! Ну, начинается. А что должно начаться? Идиот! Вот и поговорили. И с этим идиотом я живу! Мясом наружу! Чего-то у ней там не начинается. А у нас все закончилось! То ли еще будет, ой-ой-ой. Дорогие мои, родные мои, ой, я вас так люблю. Началось. Я иногда думаю, то ли все женщины полные идиотки, то ли на этом мысль останавливается. Хе-х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 е-